подсвечник. Да? Сразу возвращаем руки назад. И продолжаем растирать только уже целиком, широким движением. Ладонями, да? Локтями. Это достаточно приятно, такое согревающее, теплое движение. И шею вот еще немножко, чтобы не забыть. Разогрели, теперь берем захват. Более мягкий, но такой глубокий. Так вот проминаем мышцы, да? Можно, в принципе, одной рукой, но нам так силы не хватит. Лучше двумя руками, да? Разворачиваем ноги, смотрите, на мою стойку, да? Обратите внимание на стойку. И разминаем вот так вот. И одной рукой. Руку можно даже шею подзахватить. Далее. Энергичным движением от этого сфера растерли. Растерли. Опять ставим здесь. Опять можно нарисовать крылья ангела, только я уже вот этими костяшками это делаю, да? Вот то, что я делала. И ухожу теперь вот в такой захват. То есть вот эти вот мышцы я захватываю вот этими пальцами, как бы такая прищепка получается, да? Прищепку такую делаю. С вибрацией. Ну, то есть можно так растереть, да? Но лучше еще добавить вибрацию. В этой зоне редко что-то вибрирует, а блоков очень много. Поэтому мы их растрясаем, снимаем вот эту мышечную блокаду. Двумя руками. И сразу, видите, в чем дело? Руки-то у меня уже превратились в лапы леопарда. Зачем ее менять на что-то другое? Мы сразу же из нее превращаем, делаем шестеренку. Вот такую. То есть, если мы мышцы захватывали вот так, да, то теперь мы по ней проходимся. Раз, два, три, четыре. С этими костяшками мы как бы прокатываемся. Вот смотрите, поближе сними, чтобы было видно. Еще сверху, сверху вниз. То есть, вот мы вибрировали, да? Если у вас хватает силы, можете пощипать. Вот так вот даже. Пощипали, да? Провибрировали двумя руками. И сразу делаем шестеренку. Раз. Крык. Два. Крык. Три. Крык. Четыре. То есть обхватываем разные высоты этих мышц. Помнили?